Джесси, Джеймс, ну давайте зароем топор нашей войны. Ну давайте больше никогда не будем сражаться, честно. Вот я действительно хочу, чтобы вы стали моими друзьями, хорошо? Пожалуйста, пожалуйста. Больше не храните моих покемонов, все? Договорились? Можно я им пожму руку? Пожалуйста. Ну чё вы такие злые? Почему вы со мной дружить не хотите? Ну вот, держите моего покемона. Ну пожалуйста, ну помиритесь со мной. Ну чё вы такие злые? Ребят, я не знаю. Давайте мы как-то их постараемся уговорить. Давайте мы все дружно поставим лайк им, Джесси, Джеймсу и прямо на вот эту серию. Чем больше, ребята, мы лайков наберем, тем дружнее они станут. Тем дружнее они станут, честно. Я надеюсь... И больше не будут меня бить и убивать. Ребята, спасите, поставьте лайк, иначе они меня доконают. Они меня доконают. Я надеюсь, я верю в вас. Ребята, спасите меня. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, точнее в новую серию нашего 7-го сезона с модом на покемонов. И вы, мои любимые безумные создания. В хорошем смысле безумные. Почему безумные? Потому что вы, люди, любите часовые серии Пиксельмона. Час сидеть и втыкать на покемонов могут только полностью сумасшедшие хорошие люди. Поэтому, ребята, эта серия, как обычно, посвящается именно вам. Длинная серия по покемонам. Ребята, если вы хотите видеть новую серию покемонов, такую же длинную, как эту, и каждый день, ребята, ставьте лайк. Это всего лишь 2 секунды. Это просто клацать одну кнопочку. Все, полсекунды вашей жизни. Но за это, ребята, я на вас потрачу час своей жизни и запишу новую серию покемонов как можно быстрее. Поэтому, ребята, поставьте один лайк, и давайте мы в этой серии также попробуем побить наш рекорд. Набираем 15 тысяч лайков, но вот этой серии это рекорд. Я не знаю, мы это не наберем просто ради прикола. А если мы наберем 7 тысяч лайков, то я выпускаю новую серию сразу же. А если наберем 15 тысяч, серия будет длиться больше, чем час. Паскуда не даст мне начать серию и нападает на меня. Но я ее сейчас просто зафигачу. Ребята, я вас люблю. Честно, хотите длинные серии, ставьте лайк. И также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята, честно. И что самое главное, оставляйте свои комментарии. На самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать, честное слово. А сейчас, ребята, в этой серии мы будем дальше прокачивать наших покемонов. У нас впереди почти один час нафиг. Мы опять пойдем сюда. Не зря я тут начал, потому что я порву тебе задницу когда-то. Порву задницу на мелкие части. Этому, я имею в виду, тренеру, помощнику командир, я его, ребята, просто зафигачу и пойду дальше. И где-то вот тут наверху мы потом встретим Джесси и Джеймса и наконец-то их победим! Я победю! Побежу! Я побежу! И увидим, что они нам дадут, может, мастербольчики или может каких-то покемонов. Ребята, я не знаю, поэтому нужно дальше прокачиваться. Нужно делать наших покемонов еще сильнее, чтобы потом прийти и сразиться за звание быть новым там лидером команды R или что-то такое. Да, ребята, но вы знаете нашу традицию, да? Кто смотрит мои серии, тот знает нашу традицию. То, что каждую серию с покемонами я говорю, чтобы вы заходили и добавляли меня в друзья ВКонтакте. Да, ребята, сразу первая ссылочка в описании. Просто пролистайте чуть вниз там на телефоне, мышкой. В описании сразу первая ссылочка, это ссылка на мою страницу ВКонтакте. Заходите, ставьте мне лайки там на фоточке, да, я также буду очень сильно этому рад. И, ребята, добавляйте меня в друзья, пишите сообщения, я буду с вами общаться по возможности, потому что не всегда есть время, но все же, ребята, я вас там жду. А сейчас, мачок, мы тебя разорвем нафиг на мелкие кусочки, как я сказал, только с одной атаки. Ребята, кто помнит, мы добыли орб, да? Мы добыли орб, и кто помнит, что такое орб? Орб — это маленькая частица... Орб это орб, да? Но мы его превратили в электрический орб. Сейчас он стал электрическим. И для того, чтобы заполнить этот орб душами покемонов, в прямом смысле душами покемонов, потому что нам нужно убить 375 покемонов с этим орбом в наших руках, чтобы он заполнился. Сейчас, как видите, в чате пишет, еще нужно 346 убийств, чтобы этот орб почему я продолжаю говорить заспанился? Не заспанился, а заполнился. Неважно, каких покемонов ты убиваешь, хоть вот таких восьмых уровней. Неважно, я, конечно, по ним попасть не могу, вот так. Было 346, стало 345. В общем, с самого начала нам нужно было 375 убийств. Уже, как видите, чуть меньше. Поэтому, ребята, знаете, что будет, когда мы докачаем орб до максимума? Мы сможем заспавнить нашего первого легендарного покемона. Это у нас будет Забдос. Кто помнит, где его спавнить? А? Кто помнит? Вот тут, ребята, его спавнить.
вот тут и его спавнить. Нам нужно будет потом засунуть вот этот прокачанный орб вот сюда, в этот алтарь, и с этого алтаря вылезет легендарный покемон, и нам потом нужно будет его словить, только пока что не представляю как, потому что у нас нету мастербола. Но мы что-то придумаем, ребята, мы потом что-то придумаем. Увидим, короче, увидим, я пока, если честно, сам не знаю. Я хочу опять к вам достучаться. Вы... люди сумасшедшие, опять я говорю в хорошем смысле этого слова, напишите и сейчас комментарий, вам реально еще не надоел Пиксельмон и не надоели вот такие нафиг длинные серии? Хорошенько подумайте, если вам не надоели вот такие длинные серии, я с радостью буду для вас их записывать, продолжать записывать. Поэтому, ребята, пожалуйста, на секунду просто опуститесь в комментарии и напишите там, чтобы я знал, чтобы я прочитал все ваши комментарии и чтобы я понял, что вы пишете. Напишите, ребята, хотите длинные серии 45-50 час? Или хотите мелкие серии, там, 15-20, максимум 25 минут, и это максимум, ребята. Пожалуйста, это всего лишь секунда, там, спуститесь, напишите, это нужно для того, чтобы я знал, выпускать для вас какие серии, мелкие или большие. Просто, ребята, это реально для меня очень важно, и нужно знать. Потому что смотреть часовые серии, я не знаю, как вы вообще держитесь. Вот есть тут вообще такие люди, ребята, напишите в комментариях, есть ли тут вообще такие люди, которые смотрели мои серии по покемонам с самого начала, то есть с нулевой секунды и до последней секунды, там какая-то 50-я минута и там какая-то секунда. Есть такие сумасшедшие люди, которые смотрели от начала до конца всю серию? Если есть, я реально вам пожму руку, потому что вы... Какие красавцы! Честное слово, я не кавказец, но все же, ребята, вы честно, вы прям, офигеть, да, прям вот так, офигеть, да. Так, давайте отправимся на наш остров, остров для прокачки, безумный остров, прям, ух, какой остров, потому что тут дофига куча всяких крутых и супер крутых покемонов, на которых мы прокачивались очень даже так эффективно, поэтому если мы сейчас их заметим, также на них будет нужно прокачиваться. Потому что, в принципе, ребята, знаете, что мы сделаем? Самурот 57, Черизард, Туртера, Люксрей. Все уже покемоны больше, чем 55 уровень. Осталось только Голарка докачать до 55 уровня. И все. И мы нафиг выкладываем этих покемонов и берем, набираем, точнее, себе новую команду. Да, ребята. Вы не ослышались, набираем себе новую команду. Офигеть, как я уже хочу новую команду. У нас уже 35 серий, одна и та же команда. Я реально уже хочу какую-то новую. И мы сделаем ее. Мы, ребята, сделаем, в принципе, очень даже скоро, если постараемся. И наконец-то прокачаем уже вот эту. Если постараемся и победим помощника командир. Я бы охренел, если бы я первого раза видел Ашавота, я бы его сейчас прям словил. Но у нас самурод, и самурод это наш стартовик, поэтому зачем нам еще ловить одного Ашавота? Твою мать, я пришел тебя убивать, а ты смылся нафиг! Куда ты смылся? Пиджиот! Куда ты смылся? Не-не-не-не-не, чувак, если я захотел тебя убить, значит я тебя убью! Где ты, зараза? Куда он смылся, ребята? Охренеть, он только что был тут. Так. Это Краби, это Пачирису. Твою мать, не нужна ты нам Пачирису. Нет, это не тот Пиджиото. Тот был 40 с чем-то уровнем, а этот какой-то 20-й. Чё-то он куда-то смылся, зараза. Плаваешь, ага, искупнуться решил. Не-не-не-не-не-не-не. Даже не думай купаться. Так, тут ты какой? Ты второй. А даже похрен, я даже тебя убью, зараза. Всей твоей семье нафиг отомщу. И, в принципе, чем больше покемонов мы убиваем, тем быстрее прокачивается наш орб. И нам только это на руку. Поэтому можем и вот этого заразу завалить, и вот эту заразу завалить, и вот эту заразу завалить. И там также альбатрос есть, альбатрос. Я не знаю, почему я его называю альбатрос, честно, это странно. Потому что он не альбатрос, а пеликан. Но мне больше нравится... Ребят, вы согласны, чтобы я назвал его альбатросом? Он альбатрос, он не пеликан, нафиг. Странно звучит, но все же. Так, замечательно. Альбатрос. Попал. Я уже думал, не попаду. Если не попал, то хрен его знает. Так, замечательно. Так, альбатрос, иди-ка ты сюда. Там босс был или мне показалось? Я то ли глючу... То ли там реально босс был? Сейчас увидим, ребята. Нет, это реально... А я же думал... Я думал, реально меня уже пошатнуло немного. Шайни Краби на заднем плане. Кто заметил, тот вообще красавец. Молодец. Так. Быстренько. Краби, давай. Шайни Краби. Твою мать. Шайни Краби. А у нас есть
фастбол. У нас есть 10 покеболов. 16 уровень Краби, 10 покеболов и 1 фастбол. Я очень хочу Шайни Краби, потом будет Шайни Кинглер. Пожалуйста, пожалуйста, заклинаю тебя силами покемонов, нахрен, Еша Кичума. Пожалуйста. Нет, 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 а не, мы его словили. А почему тогда написала то, что мы его не словили, а потом чат написала то, что мы его словили? Ты шо, наркоман, нахрен? Ну, пускай, пускай. Значит, я его закляс силами Эша Кичума и покемонами, и он словился. Ребята, запомните, запомните, Эдисон плохого совета не даст по поимке покемонов. Запомните. 58 уровень, нахрен! Так, я уйду. Пожалуйста, Пиксимон, не залагивай. Так. Я хочу уйти, чтобы тебя убить, Хирасос, убить тебя Гуларком. Гуларка нужно сейчас прокачивать. Гуларку еще один уровень, и будет просто зашибись. На 56 уровне мы пойдем опять попробуем убить помощника, да? Пикачу, 45 уровень! Ни хрена себе! Ни хрена себе, Пикачу! Подкачался прям, 45 уровень! Так, ты какой? 43-й. Вот видите, видите, какие тут большие покемоны лазают на этом острове, тем более ночью. Тем более ночью. Так, замечательно. Шелдри, Гипно, желтенькие Гипно. Замечательно. И кто тут у нас еще есть? Нужно потом это все будет осветить, ребята. Нужно потом это все будет... Кто это тут у нас? Еще один Хирасос. Вот. Нужно потом будет какой-то мостик тут простроить вот так, да? У меня, кстати, даже ни факелов, ни хрена просто нету. Я бы тут осветил хотя бы это все. Это все дело. Так. Я ни черта не вижу. Я ни черта не вижу. Я только слышу... как будто кого-то... Ну, дети... Вы не о том подумали, вы не о том подумали. Так, горы! Горы! Ночью лучшее время тусоваться в горах. Я плохого не посоветую, честно. В горах это самое то. Горы ночью, это просто чудо. Ночью в горах спавнится очень много крутых покемонов. Так, давайте пойдем куда-то. Куда-то вот сюда. 1609, 75, минус 503. Нет, не 5003 и равняется, а 503. Ну? Рожай быстрее. Так, замечательно. Замечательно. Я сказал, замечательно, ребята. И потопали на горы. Горы. Хохол просто. Идем сюда. Горы! Кто у нас тут есть? Нам нужны очень большие покемошни. Нам нужны... твою мать, Шайни Джоудут. Почему я вот так продолжаю разговаривать? Шайни Джоудут. Если бы я не словил Шайни Гравеллера, то я бы сейчас охренел. Да. Но у нас уже есть Шайни Гравеллер. Ты чё? Шайни Гравеллер — это вторая эволюция Джоудуда. Да, если бы я знал то, что я встречу Шайни Джоудуда, я бы, если честно, даже не рыпался и не ловил бы Шайни Гравеллера. Но чё уже сделать? Чё уже сделать? Так, Клефери. Клефери, давай, мы тебя тоже запинаем. Все нам нужны сейчас, ребята. Все большие... Шайни Джоудут? Шайни Джоудут, вы шо нафиг? Вы шо, вообще уже попутали берега? Так, я постараюсь, конечно, словить вот этого Шайни Джоудуда. Джоудут. Ох ты наш Джоудуду. Джоудудишка. Джоудудишка, так. Пупок. Пупка мы тоже, я сказал, пупка мы тоже взавалим, а у меня вот и атаки нету. Не, не словился Джоудудишка. Да. Выговорил все же. Так. Жоудудишка, пожалуйста. Пожалуйста, словись. Так, еще один пупок. Шайни пупок, да в задницу мамонта. Че, реально? А как я его словлю нафиг, если он 37 уровень? Пупок. Кем я его нафиг словлю? Как я его словлю? Так, так, ты поаккуратнее, Люксрей, поаккуратнее с огнем играешь нафиг. Пупок. Если я словлю 37 уровня Шайни Пупка за сколько? За 5 покеболов, то я тут ламбаду станцую. Честно, вот я сейчас тут встану и станцую ламбаду. Честно, я он умер. Не хотел, чтобы я ламбаду танцевал. Как он нахрен сам умер? Ты что, суицидничай или что? Афита, так, почему я опять сюда... хотел вылечиться, случайно ты пехнулся. Что за суицидник? Кто он вообще? Почему он нахрен умер? Вот это меня очень интересует. Ну да ладно. Пускай это будет загадкой. Пускай это останется загадкой. Охренеть, Шайни Пупок даже был. Шайни Пупок даже был, ребята.
И мы его не смогли словить, потому что у нас нету болов. Нужно нафиг делать болы. Запомните слова Эдисона. Нужно делать болы. Болы — это очень круто. Да. Охрененный совет по жизни, ребята. Пригодится. Будете на работу устраиваться, говорите там: Эдисон сказал, что нужно делать болы. Ха, все, принимаете? Конечно. Конечно, принимаете. Еще одного пупка. Я еще всю вашу семью истреблю, честно. Из-за того, что ты не словился, еще сам себя и убил, дебил. Так, так. Вот так. Вот так, замечательно. Мы докачаем Гуларка до 56 уровня. Я там еще одного пупка вижу. И больше мы его качать не будем. Мы пойдем сразимся с помощником гимлидера. Если мы его сможем победить, я побежу. Если мы его сможем победить, то мы сразу же в этой серии меняем себе команду. Ну или в следующей серии, да? В этой серии мы, наверное, потом займемся покеболами. Потому что, как видите, нам просто офигеть, какое большое количество очень крутых покемонов попадается. Но мы их не можем словить, потому что у нас попросту нету покеболов. Попросту нету покеболов. И это очень печально, когда ты видишь крутого покемона, как вот Шайни Пупок был. И я его просто-напросто не смог словить, да? 56 уровень Гуларк. И мне кажется, то, что вот сейчас, в принципе, можно уже уходить. Там еще один пупок, ну его в сраку. Да. Ну что, ребят, там был Шайни или мне показалось? Мне, походу, показалось. Но вот этого 46 уровня Хитмончана я тоже могу завалить. Он очень даже такой... Так, давайте, ребята, еще посмотрим, кто там близок к уровню, к поднятию уровня. Если кто-то есть почти уже там следующий уровень, то мы его, ребята, прокачаем. Нет, этот нет. Этот нет. А, так, Чаризард. Этот тоже нет. Давайте еще Тортера. Тортера, я сказал. Тортера уже почти... Тортера, Люксрей почти 56-й. Да. Так, ребята, мы еще прокачаем один уровень Тортере и еще один уровень Люксрею. Как видите, они там уже почти на следующем уровне свои, ну, своем. Поэтому, ребята, лучше их прокачать. Чем больше он уровень, тем больше... Вот, Люксрея мы сразу прокачали с первого же вот этого удара. Чем больше он уровень, тем больше вероятность то, что мы сможем победить гейм-лидера. Мы это, в принципе, все должны прекрасно понимать, да? Так, Тортерушка, давай, ты будешь 57 уровнем, ты вообще всех разносить будешь, поэтому давай, рубай как можно сильнее. Давай, давай, Тортера, еще так, так, вот этого, в принципе, пупка ты сейчас убьешь, и по идее ты уже должна быть 47-м, точнее 57-м, да, как я угадал. Лифшторм, ни хрена себе, 140 урона. Нигет Брейн 75, Лифшторм, давайте вот это, давайте вот так, пускай будет, все, ребята, все. Можем... Еще один Шайни Пупок или меня плющит? Еще один Шайни Пупок или меня плющит? Еще один Шайни Пупок! Так, 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 так. Четыре покебола — это нереально. Это просто нереально его словить. Но если я словлю, я вам тут брейкданс затанцую. Я вам просто зуб даю. Я вам просто зуб даю то, что я тут брейкданс вообще-то спляшу нафиг. Спляшу! Вот прям... Сальтуху кидану на кровать, если я его словлю с трех покеболов. Видите, не увидите вы сегодня сальтуху от Эдисона. Просто-напросто не увидите вообще никак. Потому что, видите, ребята, видите? А мы его еще тем более убили. Мы нахрен... Это еще один Шайни Пупок или меня реально плющит? Это еще... Что это за напасть? Как нахрен? Так, меня реально просто выплющивает сейчас. Как? И мы его тем более... мы убили сегодня три Шайни Пупка. Шайни Пуп... Вы знаете, кто такой Пупок? Это Ларвитар. Это Пупок. Это Тиранитар. Это охренеть какой крутой покемон. И мы сегодня увидели три его варианта Шайни Покемона. То есть охренеть просто. И мы ни один вариант не смогли словить. Ни один вариант. Но зато мы эти три варианта убили нафиг. Ух. Так, ладно. Видите, ребята, нужно делать болы. Были бы у нас какие-то квикболы, были бы у нас какие-то, я не знаю, ультраболы, мы бы их уже давно словили. Но как видите, просто не получилось, потому что у нас нету болов. Круто, да? Очень круто. Очень круто. Поэтому, ребята, наверное, сейчас мы реально активно просто займемся болами. Поэтому, давайте, знаете что, отправляемся в Team Rocket. Перед тем давайте быстренько отправимся домой. Я посмотрю, есть ли у нас там какие-то лечилочки. И надеюсь, то, что есть. У нас есть три ревайва. Они, в принципе, нам очень сильно пригодятся. Три ревайва нам пригодятся. Но было бы круто, если бы у нас были какие-то лечилочки. Эликсир, да. Ice Heal давайте возьмем. Не знаю, есть ли у нас бабло, чтобы что-то купить. 800.
нету. Будем, ребята, надеяться, то, что мы сможем победить его вот так. Если нет, будет очень плохо. Я очень сильно надеюсь, то, что вот сейчас мы его уже сможем победить. Это последний наш шанс, потому что если сейчас мы его не победим, то нам нужно будет дальше прокачивать наших покемонов. А если мы его не победим на 57-58 уровне покемонов, которые сейчас у нас есть, то нам нужно будет их качать минимум где-то к 65-му. Это еще серии 10, нафиг. Толстый школьник! Угомонись, нафиг! Дай нам пройти дальше, пожалуйста. Фух, ребята, держите за меня кулаки. Как он меня нахрен убил? Как он меня нахрен убил? Так. Ладно, Инфернейп. Так, ладно. Сизор. Я могу как-то вылечить себя. Я не знаю. ХП Рестор, Макс Эликсир, Люкс Рей. Нет, это не то, что нам нужно. Так, немного мы его шандарахнули. Еще раз шандарахнем. Да! Круто, сейчас мы умерли. Так, Сизор. Сизор, дайте подумать. Давайте возьмем Черезарда, хренать ним его винг-атакой. Убили. Райчу, оверхитом. Убили! Кто? Пиджот! Оверхитом! Ай! Он не попал по нам! Оверхитом! Он даже не хотел попасть, он просто вылечился. Так, если ты лечишься, то я попробую тебя ударить флейм-травером, точнее огнеметом, как это переводится, и попытаюсь тебя поджечь. Не получилось его поджечь. Значит, буду тебя бить оверхитом. Паскуда, не лечись, ты меня бесишь. Зато винкатака тоже неплохо носит. Харе лечиться, я понял. Так, ты лечишься, я воскрешу нашу Тортеру. И пока ты лечишься, давай я еще раз тебя хренакну. Лечишься? Лечись дальше, просто молодец. Пока ты лечишься, ревайвом я еще раз воскрешу Люксрея. Воскресил? Замечательно. Так, все, видите, у него больше нету вот этих лечилок. Зато мы сейчас попытаемся его убить, если он нас быстрее не убьет. Так, убили. Последний покемон Соломенс, и у нас все покемоны живы. Но Соломенс, как вы помните, просто разносит всем башку с одного удара. Немного снесли. Так, у нас есть очень-очень хороший шанс. У нас 5 покемонов живых. 3 с них фулл ХП и 2 с них половина. Да. Просто разорви ему все внутренности. Он нас поджег. Пожалуйста. Так. Самурод более-менее так справился. Тортера, пожалуйста. Лив штормом. Замечательно, синтезис, чтобы вылечиться. Не успела вылечиться. Люкс Рей. Тандерболт, чардж, тандербор, болт. Да! Затащили с 35-й попытки. Аметист, ревайв и 5 левел болов. И что самое главное... Так, картина упала. Пропуск! Так, куда бы картину? Вот сюда. Пропуск! Вот сюда! Ну, ребята, знаете что? Я пока рычаг у него брать не буду. Я возьму рычаг в следующей серии, дабы немного там интригу сохранить. Чтобы сразу все в этой серии не делать. Ребята, пойдем мы туда в следующей серии. А сейчас время покеболов, время новой команды. О, да! О, офигеть! В этой серии вообще мы его как-то затащили очень быстро. В конце у нас остались все наши покемоны. Все наши покемоны, и мы его сумели убить, ребята. Охренеть просто. Я этого жирного школьника пытался убивать раза 5, нафиг. Ну, 5 не 5, где-то 4 раза я его пытался убивать. Босс! Покехилл. Босс, да в принципе пофиг, кого его убивать, и кем убивать точнее. Мы сейчас же команду и так менять будем. Так что, до задницы, если честно. Извиняюсь за выражение, но вы понимаете. Вы понимаете, ребята, то, что это круто. Это круто, так, что с него выпало? Heavy Ball, нормально, пускай будет.
Еще и босс нам попался, ребят. Еще и босс попался. Просто замечательно. Так, это кто у нас там летает? Рулеты летает. О, так, Джесси Джеймс, вы там готовьте свои сральники, потому что мы скоро уже придем. Мы скоро уже будем там у вас на самом верхнем этаже, поэтому ждите, ждите. Сейчас, ребята, давайте будем отправляться домой. Хоум. Офигеть просто. Просто офигеть. Просто офигеть. Офигеть. Так, чтобы поменьше лагало, а то что-то опять у меня в этом доме начинает лагать. Так, сейчас, ребята, сейчас. Сейчас вот это все нужно разложить по сундучкам, потому что много у нас новых вещичек. Много у нас вещичек. Это можно сюда, это можно сюда. Ревайв тоже можно сюда. Гем. Гемы. Куда идут гемы? Я не помню, если честно. Гемы идут, да. Это все, вот это идет вот сюда. А потом, вот это идет вот сюда. Просто, ребята, зашибись, если честно. Просто зашибись. Дальше. Вот это идет сюда. Да. Это идет сюда. Ребята, нужно это все рассортировать, сами понимаете. И вот это вот сюда. Все? Все, замечательно. Просто замечательно. Хлам, это я потом вот это все выкину. О! Офигеть просто. Офигеть просто. Так. Какая у нас будет следующая команда? Давайте, ребята, в первую очередь, знаете, что сделаем? В первую очередь, давайте мы соберем еще раз априконы, потому что, как я уже сказал, нам сейчас нужно очень. Вот, ребята, вы меня понимаете, то, что нам реально сейчас очень активно нужно заниматься выращиванием априконов, их собратьем и также делать себе покеболы. Потому что реально, чем больше мы покеболов сделаем, тем лучше. Тем больше каких-то новых крутых покемонов мы, в принципе, сможем словить. А если мы вот так собираем раз это в 10 серий, хоть мы, в принципе, это собираем, но мы с этим ничего не делаем, да, можно так сказать, потому что что мы с этим делаем? Нифига, ни черта просто. Нифига мы с этим, ребята, не делаем. И это очень плохо. Это очень плохо то, что мы не делаем себе покеболы, потому что... Сейчас. Знаете что, давайте меньше разговоров, больше дела. Пойдем сюда, возьмем алмазы, возьмем золото, возьмем железо. Пойдем сюда, возьмем вот эту печку. Жалко то, что вот это мы все взяли, но у нас нет угля. У нас 5 угля есть, вы издеваетесь? Так, нужно будет за угольком пойти. И знаете, что мы сейчас делаем, ребята? В принципе, вы, наверное, уже догадались. В первую очередь, нам нужно еще камушек. Камушек у нас есть. Фу, я уже думал, не будет камушка. А в принципе, зачем нам так много? Давайте вот так, вот так. Вот сойдет, замечательно. Сделаем, ребята, алмазные печки. Да, вот так. Потом вот так. Еще одну, делаем железную. А у меня вот этого мода, что ли, нету? А у меня мода вот этого нету. Ребята, как вы забыли мне сказать, чтобы я установил вот этот мод? А? Нехороший. Значит, установлю его в следующей серии. Что делать? Что делать? Но пока это все жарится, ребята, нам нужно пойти за угольком. Да. А пока. Давайте, знаете, что сделаем? Вот это, ребята. Нет, не вот это, а вот это. Сколько нам нужно? 10, 15, да? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Вот так. И ставим это все вот сюда. Ставим это все вот сюда. И в принципе, что сейчас? А сейчас не знаю что. Сейчас не знаю что. Давайте возьмем 3 ведерка, сделаем себе ведерца и пойдем лаву где-то найдем, потому что угля у нас вообще нету. Я собрался жарить априконы, но угля у нас нету. Ребята, где вы на карте видите лаву? Вот она, кстати, возле нас. Она, кстати, возле нас вот тут. Где-то вот тут она у нас находится. Я в правильном направлении лечу, да, прям в отличном направлении я лечу. Будем с помощью лавы жарить что-то в печке, потому что угля у нас нету. Отправляться сейчас в шахту... Согласитесь, не хочется. Очень не хочется в шахту отправляться. Поэтому 1, 2, 3. Замечательно. Хоум. Идем домой. И ставим это все в печке. Надеюсь, то, что оно хотя бы немного там продержится. Не знаю сколько, честно. Никогда не жарил что-то с помощью лавы. Но надеюсь, что... Я чуть не обосрался. Конченый холодильник. Ты когда-нибудь закроешься? Как мне его закрыть? Так, не-не-не-не-не. Как мне закрыть холодильник? А, вот. Чё-то как-то странно он закрылся, ну да ладно. Так, желтенькие. Пока тут... И, в принципе, ну, еще немного тут уголька есть. Еще немного уголька. И, ребята, кто не знает, как делается... знаете, что нам еще нужно сделать?
Нам нужно таких наковален сделать еще штук 5. 9 даже. Чем больше наковален, тем больше вот этих конченых звуков. Но тем больше покеболов, точнее частиц покеболов у нас будут перерабатываться. То есть верхние и нижние части. Поэтому, ща, ребята, счет. А вот, в принципе, лава не так-то и плохо работает. Как видите, она очень даже так держится. Поэтому сейчас вот это, уголечек тут вот это все дожарит. Мы вот эту лаву туда поставим. Так, замечательно. Пока это все там жарится, давайте пойдем возьмем еще приклоны, которые у нас тут есть. Вот так. Какие нам нужны? Нам нужны... Ну, в принципе, вот эти пока что красные, желтые, белые. Желтые нужны. А вот эти черные нам нужны. Синие нам нужны. И зеленые нам нужны, чтобы делать даскболы, чтобы делать крикболы, чтобы делать ультраболы. Замечательно. Так, быстренько, что еще? Давайте желтенькие, да? А вот это долби, ты там долби просто замечательно. И давайте, ребята, я вам покажу, как делаются ультраболы. Делаются они вот так. Видите, у нас есть уже две частицы, только это не работает. Я не могу вот сейчас взять. Вот видите, это уже сделанные. То есть... Есть два типа, кто не знает, кто только присоединился к Пиксельмону, есть два типа частиц покебола. Вот это, необработанная, которая всплющенная, а ее нужно разогнуть. Когда мы ее разгинаем, то получается вот такая, видите, разогнутая. Вот это тоже у нас сейчас сплющенная, нужно сделать ее разогнутой. То есть нужно или самому делать с помощью наковальни и молотка, там крафишь специальный молоток и долбишь. А в принципе мы сейчас можем это даже сделать, я постараюсь, вот смотрите. Наковальня. Это специальная наковальня для Пиксельмона. Ставим ее, допустим, я не знаю, честно. Допустим, вот сюда поставим. И сейчас я просто вам покажу, кто не знает. И нам дерево нужно, ребята. Нужно немного дерева. Так, не вот тут, а вот тут. Вот, в принципе, немного вот так хватит. Ребята, сами понимаете, то, что это процесс Пиксельмона без... Просто-напросто, без покеболов мы никак не сможем словить вообще пупка, того же пупка. Мы 3 шани пупков просрали в этой серии. Нехорошо. Нехорошо, согласитесь, очень нехорошо. Очень. Ребята, смотрите, как делается. Делаем вот так, тратим 5 нафиг алмазов. Вот так. Давайте я вам еще немного покажу. Вот, кстати, у нас тут еще есть вот так. Вот так и вот так. Делаем еще 7 штучек. Потом, сколько тут у нас есть? Еще 2, и тут у нас есть 13. Это забираем. Ставим вот эти 18, пускай не жарится. И вот тут ставим, ну, в принципе, вот смотрите, ребята. Еще можно сделать вот так. Нет, наоборот. А вот мне интересно, как крафтятся квикбол. Нужно потом будет вспомнить. Ну, смотрите, у нас есть 7 вот этих частиц, да? Сейчас нам нужно сделать кнопочки. Только кнопочки тоже делаются из камушка, а не с каблстона. Вот смотрите, сейчас мы ставим, это уже, нет, это не сделанные частицы. Вот это тоже, смотрите, ставим вот сюда. Долбим. 1, 2, 3. Готово. И давайте, в принципе, я вам сейчас так покажу. Сделаем 7 частицек вот этого ультрабола. Быстренько. Зря я, наверное, выложил каблстон, потому что нужно сейчас будет там камушек сделать. И потом делать кнопочки с камушка. Да. Да. Но чем больше ультраболов, чем больше квикболов, тем, ребята, лучше. Как видите, мы очень много покемонов прокакали из-за моей ленивости. Потому что я просто-напросто не собрался. Да. Не собрался и не сделал себе кучу покеболов наперед. Так, тут у нас что? Еще, наверное, печки нужно сделать парочку. Нужно потом это все будет расширить. И еще, как я уже сказал, сделать еще немного вот этих, механических наковальней. Да. И давайте, ребята, сейчас быстренько еще раз отправимся за лавой. Лава очень даже охрененно держит. И, в принципе, очень даже повезло то, что она так недалеко находится от нашего дома. Мы ее полностью тут исчерпаем, всю лаву, которая тут есть, потом найдем какое-то еще новое место. Да. Ну, в принципе, только 2 штучки, ну да ладно. 1, 2. Вот так. И покушаем. Покушать это самое главное, да. И поспим. Так, home. Вот так. Сейчас быстренько вздремнем, пока это все там жарится, пережаривается, да. Вот наша кровать. Сколько времени? 10 часов вечера, нахрен! Вышел! Давно уже спать пора! Давно спать пора! Мама ругаться будет! Давайте, сейчас быстренько выспимся. Вот так, замечательно. И пойдем дальше. Пойдем дальше клепать наши покебольчики. Клепать. Сколько у нас тут уже есть? 18, замечательно. А тут у нас 8 и 8. Просто зашибись. Так. Быстренько. Давайте сделаем... Мне интересно, Как делаются квикболы? Сейчас тоже, ребята, нужно это будет понять.
Сейчас, давайте немного подождем, пускай это все тут делается. А мы пойдем на какую-то охоту, да? В принципе, 7. Сколько у нас есть? Нет, у нас вообще нету еще. Ну давайте хотя бы сделаем 2 ультрабола, на что у нас сейчас хватает ресурсов. Вот так. Ну, в принципе, вот как они крафтятся. 2 ультрабола. У нас есть 2 ультрабола, 5 левел болов и 1 хэви бол. 6800 бабла! А чё? Неплохо, ребята. Вообще неплохо, если честно. Очень даже неплохо. Так, это все пускай тут жарится. Жарится. А мы пока, ребята, пойдем. Может, тут в окрестностях будут какие-то крутые покемошки. Может даже быть. О, эти опять выросли, я прикольный. Так, ты нам не нужен, ты очень маленький. Кто тут еще есть, ребята? Если честно, никого тут не вижу. Возле нашего дома вообще никто толковый не водится. Вообще тут нафиг никого нету. Поэтому, я не знаю, ребята, я не знаю. Зато знаете, что я знаю? Зато знаете, что я очень хорошо знаю? То, что сейчас вы, именно вы, будете выбирать, кого мы возьмем в следующую команду покемонов. Потому что именно сейчас, ребята, нам нужны 6 добровольцев. Мы будем выкладывать Самурота, мы будем выкладывать Черезарда, мы будем выкладывать Тортеру, Люксрея, Голарка и Сизур. В первую очередь, ребята, согласитесь, что они уже дофига работы взяли на свои плечи и дофига работы уже выполнили. Почему? Потому что они уже завалили кучу покемонов, завалили кучу боссов и кучу остальных тварей. Ну, тварей, в общем, да. И также, они уже даже победили 2 помощников команды R. Я выключу сейчас звуки, потому что это... Пум! 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 Очень меня бесит, мне кажется, вас тоже. Ребята, нужно 6 добровольцев. Новая команда, новая прокачка, новые силы. Вот эти ребята у нас... Господа, которые сейчас у нас в команде, они уже больше, чем 55 уровень. Они уже вот такие 59, 57 и вот остальные. Поэтому, ребята, на следующую команду нам нужны 6 добровольцев. Только запомните самое главное, ребята. Не пишите всех подряд. Нам нужно, чтобы в команде был один водный, чтобы убивал, допустим, огненных. Был один огненный, чтобы убивал, допустим, травяных. Был травяной, чтобы убивал, допустим, водных, да, там есть небольшое преимущество. Был электрический, чтобы убивал летающих и водных также. И чтобы был один летающий покемон, чтобы, ну, мы могли на нем быстро передвигаться. И один дополнительный. Дополнительный я подразумеваю, типа, можно даже обычный тип, можно какой-то призрак, темный тип, металлический тип, психический тип, любой, ребята. Но запомните самое главное. Вот, допустим, я сейчас предложу вам свою команду, да? Допустим, тут у нас Самурот водный. Возьмем следующую команду. Кто у нас есть из водных? У нас что, никого нету из водных? Нафиг вы что, издеваетесь? Краби, ну Краби это такой себе водный. Такой, бля, такой себе водный. Корфиш тоже такой себе водный. А водных больше у нас нету. Ребята, у нас есть еще задача словить одного водного покемона. Или... Иви! Сейчас, вот, ребята, вот, в следующей серии пойдем, так, у нас сейчас есть планы, у нас есть сейчас планы, даже, у нас есть 2 варианта, ребята, выбирайте, какой вам больше нравится. Первый вариант, это пойти словить Мэджикарпа, эволюционировать его в Гиардоса. Это очень просто, потому что он эволюционирует на 20 уровне, и, в принципе, это водный и драконий тип, это круто. Второй вариант, это Иви. Нам нужно будет найти 9 элементов водного камня, где-то там в озерах, в океанах, неважно. Вот где-то, может, тут даже у нас есть в озере элементы камня, нам нужно будет... Помните, как мы крафтили вот этот Thunderstone, это элементы электрического камня, а нам сейчас нужны водные элементы. Они находятся в воде. Нам нужно 9 таких штучек, чтобы скрафтить полностью водный камень, и потом мы сможем эволюционировать Иви Вапуриона. Это водная Иви. Выбирайте, ребята, или Мэджикарп, или Иви. Ну, допустим, предлог, то, что, потому что у меня Мэджикарпа сейчас нету, допустим, Иви, да, мы ее эволюционируем, и это у нас будет водный покемон. Потом, мое предположение, огненный, вы также, ребята, вот сейчас пишите в комментарии, кого вы хотите видеть в нашей следующей команде. А, допустим, кто у нас есть? У нас из огненных больше никого нету. Допустим, Тепик, да, Тепик, круто. Да, дальше, травяной, травяных у нас просто завались, 4 травяных, да. Поэтому, допустим, Бульбазар. Да. Дальше. Электрический. Электрического у нас нету. Ну, не обязательно брать электрического. Давайте возьмем... Я не знаю.
Давайте возьмем психического Абра, да? Абра, а потом Кадабра, потом Алаказам. С ложками такой ходит, чувак крутой. И потом, нам нужен еще один покемон летающий, чтобы придвигаться. Допустим, Шайни Старли, почему бы и нет? Крутой покемон, и плюс к тому еще и Шайни, да. И сейчас, ребята, идет дополнительный. А, в первой команде у нас был дополнительный, это Сизор, точнее Сайтер, потом Сизор. Это типа жучий тип, да? Жучий летающий, что-то такое. А сейчас, ребята, нам нужен еще один дополнительный тип. Допустим, чтобы был какой-то супер нагинальщик в этой команде, можем взять Риолу, да. Это потом будет Лукарио, это бойцовский тип. Он реально очень сильный и просто может всем жопы рвать. Или можем взять Оникса. Кстати, в покемоне есть Стиликс. Покегив Эдисон Стиликс. Есть Стиликс. Есть Стиликс, это следующая эволюция Оникса. Поэтому, ребята, можем также взять, допустим, или Оникса, это каменный покемон. Или можем взять Милтанка, он очень слабый, ну, прокачивать его и так нужно будет. Шайни Милтанк, это обычный покемон. Или можем взять, допустим, кто тут у нас еще есть? Корфиша это такое. Шакл тоже можем взять, Шайни Шакл. В принципе, можем того же Гравеллера взять, он каменный тип. Шайни Гравеллер, почему бы и нет? Голем потом будет. Ну, или можем взять, как я уже сказал, Риолу, потом эволюционировать Лукарио, и просто Лукарио будет всем задницы рвать, потому что это бойцовский тип, и он, в принципе, очень сильный. Ребята, решайте. Решайте, пишите прямо сейчас в комментарии. Я вам предложил свою команду. Водная Иви, Типик огненный, Бульбазар травяной, Абра психический, Стар летающий и Риолу бойцовский. Пишите, ребята, пишите, я, если честно, пока что не знаю. Но пока мы говорили, у нас уже очень много всего пережарилось. Так, это круто. Дальше, 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 дальше. Тут у нас что? Да, закончилось вот это все. Тут у нас будем жарить, что дальше? Будем жарить синие. А тут у нас будем жарить тёлок. Нет, не тёлок будем жарить. Будем жарить зеленые. Вот так. Замечательно. А чё ты долбишься, если тут ничего нету? Ну давайте, чё, кого ты долбишь нафиг? Ну просто он заправленный, поэтому давайте... Ну давайте, ладно, ладно, так уж и быть. Давайте сделаем... Давайте сделаем еще ультрабольчиков. Еще 12 ультрабольчиков. Поставим вот сюда. Вот так. Пускай делаются, да? Пускай делаются. А мы, ребята... Вот мне интересно, как делаются квикболы. Вот просто ради эксперимента. Так. Да. Да. И как видите... Офигеть просто! Я и забыл то, что... два черных априкона и один желтый — это один ультрабол. А два синих априкона и один желтый — это три квикбола. Офигеть просто. Офигеть, ребята, это круто, нужно будет запомнить. А так у нас, а как у нас Даск крафтится? Даск у нас, вот, Даскбол тоже 3 Даскбола. Почему бы и нет, ребята? Почему бы и нет? Поэтому сейчас мы будем делать квикболы, Даскболы. Это, в принципе, ребята, сойдет. Это очень круто. Ну что, ребята, мне кажется, на этом уже можно заканчивать. Серия уже длится больше, чем 40 минут. Поэтому, ребятушечки, большое спасибо вам за просмотр. Собираем 7000 лайков, выходит следующая серия. А если вы такие сумасшедшие, давай, если мы сможем поставить рекорд, я на это не надеюсь, но все же, ради прикола скажу, наберем 15 тысяч лайков, если у нас получится, я, ну, немного, у меня есть вера в то, что получится, я выложу серию, которая будет длиться 1 час, ровно 1 час, не меньше, ребята, честное слово, если 15 тысяч лайков наберем, будет 1 час. Но вы также, ребята, можете поставить лайк просто так, не за 1 час, я буду очень сильно этому рад, ребята, каждый ваш лайк для меня очень важен, поэтому не стесняйтесь, ставьте лайки, я очень за это буду вам благодарен. Честное, ребята, слово. Поэтому я сейчас вам скажу большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал и также пишите в комментарии ответы на все вопросы, на все опросы и вопросы, которые я вам задавал в этой серии, ребята, пишите покемоны для следующей команды и многое другое. Ребята, еще раз большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока.